Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 28-ю вроде серию. У меня для вас есть пару новостей. Во-первых, я немного уже подготовился. Я себе сделал верхнюю часть ультраболов, 12 штук они у нас уже были. Я только себе перековал железными молотками. Добыл себе два обсидиану, для того, чтобы сделать, мне посоветовали сделать себе алмазный молоточек и зачарить его на прочность, на эффективность, и сказали, что он прям будет гипер-пупа-мега-крутой какой-то. Смотрите, как все в ряд заспавнились, как-то странно. Так, ра-та-тра-та-тра-та-та. Иди, оп, и, ну ты, мелкая фиговина, фиг попадешь. Так, ща, ладно, прицел. Ща мы включим. Red Dot. Ща. Вот тут. Опа. Ну я же сказал, что включим. Так, через Орду еще один уровень. И мы его выкладываем, ребята, в компьютер. Упа. Упа. Так, Крокурок. Еще нужно... Еще нужно Крокурока прокачать. Да, Крио мы уже можем выкладывать прям сейчас. Ловбол, ну... О, левелбол, нифига себе, нормально. Так, ладно, там еще Басяндра. Ну, Сивадл. Ладно. Давайте, так, это нужно, вот сейчас это нужно увеличить, потому что когда летаешь на, о, ща, покехил. Ребят, не смотрите, что я там много гейм-мод раз включал, я просто, знаете, почему включал, ща я покажу. Ща я приду домой и покажу, почему я включал. Потому что без другого, потому что другим способом я бы не сделал то, что я сделал. Кто в саванне спавнится? Я просто не знаю, что сказать. Вот это все, что я могу сказать. Это... Так тут есть такие покемоны, которые спавнятся возле нас? Охренеть. Ребята, первая легенда и не кто-либо, а твою мать Райкоу. Я когда увидел Legendary has spawned in Savannah biome, я такой сначала 5 секунд просто стоял и думал. Чё это такое, знаете? Охренеть. Первая легенда в этом сезоне, ребята. Я и сам рад, я думаю, что вы рады, потому что уже практически треть сезона прошла, мы только первую легенду словили. Но я надеюсь, поздравляю вас, ребята, всех с первой легендой в этом сезоне. Да пофиг, что мы прокакали босса Сивадла, когда же легенда за 100... Ребят, нет, это нужно 100% посмотреть. У меня были планы на эту серию, я даже уже знал, как я назову серию, потому что я хотел вам показать то, что я изменил. Но нет, эта серия уже будет по-другому называться. Эта серия уже будет называться «Первый легендарный покемон Райкоу». Райкоу. Я хочу покататься на тебе, я хочу покататься. Охренеть. Плавать ты... Ай, дай. Райков даже плавать знает. Ну, в принципе, да, псы плавают, но... Ребята, наш первый покемон... Наша первая легенда в этом сезоне. Нет, ребята, это просто так без дела оставить нельзя. Нет, это нужно селфи сделать. Селфи на Райкову, но давайте как-то...
Вот так, опа, боком как-то. Да стой ты на месте. Да стань ты... Нет, это нужно еще снять крылья, чтобы наш скин был... Во, во. Другое дело. Только как бы тебя боком повернуть, так как-то может быстро? Нет, нет. Ща как-то мы придумаем, ребята. Райкоу. Так, где бы стать? Да, а почему ты боком не хочешь стать? Я хочу, чтобы ты боком стал. Опа. Да, опять не на ту кнопку нажал. Во! А, ребята, наша первая легенда в этом сезоне. Я, если честно, очень рад, потому что никто... Шайни. Левел болл. Давайте. Ща, если мы его словим, это будет просто умора, если честно. Где ты? Так, ладно, давайте сначала с Райкоу слезем. Марип, это ты, да? Так, Марипушка, пожалуйста, будь лапочкой, пожалуйста, ну залезь-ка ты в левелбольчик. Ну ты 14 уровень против 60-го Свамперта, ну не будь ты козявкой. О, отлично. А самый прикол, знаете, то, что в нашей команде нахрен есть Эфорос 32 уровень. В нашей команде есть Эфорос 32 уровень. Как назло, мы его качаем сейчас именно в этой команде. И именно в этой команде в данный момент мы словили ну, не то, что в данный момент, а в то время, как мы прокачиваем Марипа, то есть уже Эфороса, в нашей команде мы нашли Шайни Марипа. То есть сейчас нужно перекачивать. Нахрена? Ну ладно. Но зато уже побег, зато у нас Райко есть. Офигеть, я просто не врубился даже, ребята. Я такой стою, что-то, знаете, просто уже такое долгое время нам не спавнился легендарный покемон, что я уже даже забыл, как выглядит вот эта команда. Я такой смотрю, знаете, Пиксельмон что-то зеленым пишет, Legendary have spawned. Я такой стою сначала где-то 3-4 секунды. Что-то за хрень вообще, а потом понял, в саванне кто-то заспавнился. Райкоша, офигеть. Так, где ты? Адамант. Ну, хэппи нас. О, смотри, как прям счастье выигрывается. То есть даже не нужно обновлять страницу. И так показывается. Класс, ребята, класс. Я очень рад, что мы первую легенду в этом сезоне словили. Это просто охренеть. Так, ладно, ТП 240-75-263. О, да, чуть не забыл. А где наши крылья? Вот они, вот. Ай, да, хотел на шапку, да, одеть. Так, вот. У меня, если честно, вообще другие планы были в этой серии. То есть я вообще другое хотел делать, другое вам показать. Но раз уже нам легенда заспавилась, то... Ладно, тогда. Планы переносятся на другую серию. Так, ну я тут немного поменял вход в кухню, то есть чтобы было, как это можно сказать, одинаковые с одной и с другой стороны вход, а нет тут два блока, вот тут, а тут один блок. Это первое. Второе, что я поменял. Вот почему я гейм-мод включал. Королевская нафиг спальня. Ребят, да, я прямо скажу, что это... Что эту кровать я взял с гейм-мода. Но вы сами знаете, вы сами мне писали в комментариях, чтобы скрафтить вот эти кровати. Вот, сейчас я вам даже покажу. Вот, чтобы скрафтить вот эти кровати, нужны вот эти хрени, то есть вот этот клей и глина, или как это переводится, чтобы крафтить вот эти кровати. А вы мне сами сказали, что вот эти хрени падают только с мобов. То есть, а мобов у нас нету, поэтому я никак не мог бы это достать. Но зато у нас, смотрите, какая спальня уже. Так, еще что. Самое главное, что я хотел показать, я покажу в следующем сезоне. А самое главное у нас вот там. О чем это? Нет, не о чем это, я не знаю. Потом увидим, ребят, о чем это я. Так. Дальше. Кнопочки. Потому что, смотрите, я подготовил левелбол и накувал себе перед серией для того, чтобы подготовиться к самой большой охоте, ребята. К самой большой охоте. Так.
Еду я тоже себе насобирал, давайте. Ой. Покушаем. Конечно, сливы, ну, не очень прям восстанавливает, но все же. Нужно себе дальше продолжать делать наш сад. То есть у нас там есть яблоко, слива, вишня и груша. И там еще дальше можно что-то сделать. Так, ладно, сейчас. Давайте делаем верхние части. Quickball. Там Шани, да твою ж. А, Дактрия, оно. Понятно. А, мне посоветовали делать Quickball, потому что мне сказали, что он очень-очень-очень-очень какой-то классный. Но я себе сделаю не очень большое количество, не стак, не полстака, а сделаю 6 квикболов только для того, чтобы действительно убедиться, что он классный или не классный. То есть квикбол, как я понимаю, это нужно сразу на начале боя ловить покемона, потому что как бы ты с ним вступаешь в бой, да, сразу начинаешь его ловить. Дальше. Даскбол тоже я не делаю ни стак, я не делаю ни полтора стака, ни полстака, а только 12 штук, потому что ночью, ну не скажу, что мы много покемонов ночью ловим, но в принципе нам нужно будет ловить, но 12 штук на какое-то время хватит. Дальше. Дальше дайвболы я хотел сделать. Дайвболы, как они делаются? Главное, розовые собрал, а вот эти нет, а синенькие не собрал. Вот синенькие, сейчас мы соберем. У нас есть там куча костей, и с их помощью, в принципе, можно много вот этих себе насобирать. Ну, априконов, то есть повыращивать. Сначала вот так. Что-то у меня, ребята, знаете, такое предчувствие, что сейчас попрет на легенд, то есть... Знаете, у нас везде в сезонах было, что нету легенд. Все никак нету, не спавнится. А потом, когда начинают спавниться, заспавнилась одна легенда, и потом за ней каждые пару серий спавнится легенда. И если это так, то это действительно круто, потому что легенды нам нужны. Не, ну, в принципе, это круто, да. А, точно, вот что я еще вспомнил. Нужно себе факелы сделать. Немного хотя бы, но все же. Ну, стак. Вот, как раз стак. Потому что без факелов это тоже не дело. Давайте сначала вот эти парочку вещей выложим в наш склад, то есть сундуки. Так, это сюда, вроде все, да? Так, дальше. Пойдем делать, подготовиться, точнее, к какой-то большой охоте на покемонов. Вот так. Это тоже можно пережарить. Вот так. Сейчас это сюда, да? Дайвбол. 6 штук. Сойдет. Так, а у нас опять нет. Тогда знаете что, ребята? Уже себе сделаем алмазный молоток. Пофиг. Прокакаем 5 алмазов, но все же. Лучше быстренько как-то сделать, чем париться с железными, ну, в этими молотками, да? Так. Это сюда. Вот так. И быстренько сделаем, я даже не буду нажимать на паузу, потому что это, в принципе, очень быстро делается. А знаете, почему дайвболы? Потому что вот тот случай с Мантином меня просто укумарил, если честно. Я уже больше не хочу вот так. Мне, в принципе, сказали, что дайвболы очень крутые против, водных покемонов. Если, например, нам попадется какая-то скотина, например, тот же Дратини, и никак не будет залазить, например, даже в тот же Квикбол, в Ультрабол... Даскбол, даже если это ночью будет, то тогда словим его дайвболом, потому что дайвбол как раз, в принципе, нормальный для водных покемонов, ну, как мне сказали. Поэтому давайте сделаем не стак, не полстак, а хотя бы 6 штучек. Дальше. 12 ультраболов, и на все остальные делаем левелболы. И давайте подведем итоги. Так, ну, Басяндру запинать, шакал он в земле, поэтому не хочется. Шакал, твою мать. О, будем его шакал называть. У нас уже есть Салео, это у нас будет Сало. Пилосвайн, пылесос. Шакал, шакал будет. Танжела, Анжелка. И дальше я не помню. Ребята, кто помнит с предыдущего сезона? Как мы еще кого-то называли? Подскажите, а то, если честно, уже не помню. Кто-то там еще был, я 100% помню, но я не помню кто. Кто-то был. Ну да ладно. Подведем итоги. Мы сделали 24 левелбола. Мы сделали 6 квикболов, мы сделали 13 ультраболов, ну там может один ультрабол был, поэтому в принципе считается. Мы сделали 12
даскболов, и мы сделали 6 дайвболов. Это мы выбили вот этот ловбол. И, в принципе, можно сказать, уже к какой-то мини-охоте мы готовы, если честно. Это нормально. Так, ладно. Вот эти все приконы можно быстренько поскладывать в сундук. Опа. Опа. Вот так. Взять. А у нас есть обсидиан. 4. 1, 2, 3, 4. 1. А зачем я это беру? Я даже не знаю, ребят. Сейчас. Я не знаю, зачем мы это берем. А насчет даже нафиг книжки нету. Ладно, ща. Мы пойдем. Так, ладно, сначала. Давайте сюда. 15340. 15753340. Вот так, да? Тут есть где-то книжечки. Вот тут должна быть. Нет, тут нету. Вот тут, тут тоже нету. Мы найдем и так у нас деревень до хрена, если честно. Мы понаходили их большое количество. Тут тоже нету. Ладно, давайте в следующую деревню, где у нас еще она есть. Деревень-то мы до хрена, вот она. Вот. 1600, 1600, 75, 750. Опа, Басяндрик. Ледиба. Где ты, Ледиба? Опа. Дай нам уровень, пожалуйста. Вряд ли ты дашь, но все равно. Хотя бы, ну, нормально. Ух, какой дроп! Какой дроп. Пожалуйста, дайте нам парочку книг. Это все, что нам в данный момент нужно. Вот тут 100% есть. Чувак, привет. Да ты что, охренел, двери передо мной закрыл? Так. А у нас дома есть книги? Я не помню. Мы вроде собирали, но... Я не помню. Или они были еще в сундуке, я просто их не видел. Знаете, все может быть. Так, ладно. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Сделаем мы себе зачаровальню. Чтобы наш молоточек зачарить. Это во-первых. А во-вторых, ща мы пойдем еще быстренько поспим. Я хочу новую кроватку испытать. У нас точно нету, или я пропустил просто? Вроде нет. Ну да ладно. Нету. Тут у нас что? Тут, значит, потом еще за книгами нужно будет сходить. Вот это сюда. Тут ничего. Ну, в принципе, тут 100% не может быть, но все равно, можете по случаю. Хотя, у нас вроде были книги вот тут в сундуке, которая стояла на кухне, но я вроде, не знаю, или выкинул. Короче, я не помню, ребята. Так, ладно. Во-первых, еще раз. Эмфроса, извиняюсь, Эмфрос, но обычные мы тебя удаляем. И берем Марипа. Райкоу ставим. Так, Триома выложили. В принципе, даже уже его назад не берем, потому что он прокачанный. А берем. У нас водного нету, как я заметил, поэтому давайте возьмем Сквиртла. Вот так. Ху. Дальше. Сначала опять покушаем. Фу. Ну, нужно себе... А чё мы можем сделать план? Сливочка. Не рыгай ты, не культурщина. Плам. Плам-йогурт. Опа. Ребята, мы себе йогурт можем сделать. А как делается вот это? Плам, а плейн йогурт как делается? А как обычный йогурт делается? Вот, плейн. Я это понял, вот. А как обычный делается? А хрен его знает, если честно. То есть, видите, мы можем с этого делать себе йогурт. Даже, видите, черри йогурт можем сделать. Может, яблочный можем сделать. То есть, какие-то йогурты... Разные йогурты мы себе можем сделать, но я не знаю, как делается сам обычный йогурт. Йогурт, вот. Plain. Хрен, не показывает, ребята, кто знает. Тут только показывает, как делается вот такие йогурты, видите, уже как бы с какими-то начинками. А как обычный делается, хрен его поймешь.
Ребят, кто знает, пожалуйста, напишите, потому что я вообще не в курсе, если честно. Так, ладно, даже в том же крафте не показывается, как делается йогурт. Вот показывается, как делается уже сливочный йогурт, но не показывается, как делается обычный, чтобы его сделать перемешать как бы сливочным, да? Чё, твою, тратится голод как-то очень быстро, как я заметил. Только что скушали уже опять, или мы не скушали, фиг его знает. Ладно. Так. Делаем. Опа. А, наоборот. Вот так оно делается. Я что-то перепутал, ребята. И в следующей серии, или в следующей, или еще в следующей, я сгоняю по тем координатам, по которым вы мне написали, где могут быть джунгли. Если я помню, просто я включу, чтобы не умереть. ТП, ну что-то 33 тысячи, если я правильно, 280. Не, значит я фигово запомнил. А может вот так? Нет, значит фигово запомнил просто. Ну ладно. То есть я даже не запоминал, я просто так мельком где-то увидел вот эту цифру и думал, что запомнил. Ну да ладно. Так, дальше. Точнее, ну в принципе да, зачаровалку сейчас себе быстренько сделаем. И нужно еще быстренько пойти поспать, я хочу испытать нашу новую кровать. Как вообще на ней лежится? О, смотрите, там Хилка танцевала, кто видел. Энчантер. Ну давайте пока что сюда поставим. Ну, пускай пока что будет, то есть пофиг, знаете, первый уровень. Ну, можно было на восьмой. Гулдин Маджикарп. Нет, я хочу быстренько поспать. Хотя, как уже поспать, уже утро. Да и босс уже пропали. О, какая удобная новая кровать. Как принцесса какая-то спим. Ох, ребят, вы себе не представляете, какая кровать удобная. Прям кайф. Так, ладно. А у нас есть Enchant. Так, где он? Enchant. Да твою ж. Вот. Aeofender. Ну это легко сделать, в принципе. Только нам нужно абру одну убить или кадабру, и все. А это у нас есть. Поэтому 4, потом 2 обсидиана, потом вот это, потом вот это. А как вот это делается? Ага, обычный. Book and quill. Ща, ребята. Вот. Ага. Ну, бук, понятно. Это все у нас есть, только чернила у нас вроде тоже есть. Поэтому все, что нам нужно, теперь захреначить абру или кадабра. И все. Ну там еще босс. Фу. Нормально. И потом мы уже можем себе чарить то, что мы хотим, в принципе. Так, ладно. Давайте сначала тогда быстренько. Стой, зараза. Стой. Опа. Все. Если сейчас мы его убьем, а он нас не убьет, то наш Черезард уже будет. Нет! Паскуда. Мы уже могли прокачать Черезарда и просто его выложить в компьютер. Но. Так, о, эволюция. Опа. Так, это у нас там быстренько. Кто это там у нас? Вы. Так. Хил. Так, ладно. Дальше. Ничего не выпало. Вот зараза, не дал нам эволюционировать нашего Черезарда. Ну да ладно. Сейчас, может, еще босик будет. Опа. Отлично. Тогда улучшенную вот эту фигню мы сделаем потом, ребят, в следующей серии. Не сейчас, чуть позже. Так, ладно, тогда это нам уже нафиг не нужно. А может, дракини, допустим.
Тротини будет вдруг. Вдруг, не вдруг, опа. Опа, пожалуйста. О, отлично, сейчас мы еще сможем и Чарлизарда эволюционировать. Попади. Да ты что, издеваешься, что ли? Вот. Крокорокушка, Флаффи. О, там босс. Какой босс, точнее? Да дай мне... Да твою мать, из-за тебя мы прокакали босса. Ладно. 41-й, даже два уровня мы прокачали. Не босса, а Шайни, там был Шайни. Ну ладно. Я не знаю, может Голдин был, может опять Мэджикарп, поэтому фиг его знает. Там еще один босс, поэтому сейчас попробуем. Дропни нам, пожалуйста, дропни нам мастербол. Ребята, мы же словили Райкову, первая легенда, которую мы словили в этой серии. И мы словили с помощью... Он в земле может? Да нет, по Чирису вроде. Или я неправильно что-то... Да ты ж твою ж... Вот. По Чирису. А вот ты где, зараза. Так, Сквиртло, и давайте Кабуту, и давайте Свамперд. И еще раз. Нормально. Дропни, пожалуйста, что-то классное. Я тебя прошу. Я тебя прошу, да. Кто эволюционирует Сквиртл? Да. Ух. Но нам нужно XP-шер, хотя бы для того, чтобы прокачивать команду. А еще бы лучше мастербул. А если, прикиньте, сейчас какой-то, опять какая-то легенда заспанится, что нам нафиг делать? Что нам делать? Я не знаю. Сейчас я апельсин куда кушаю. Ну, пока Сквиртл эволюционировал. Че, мне перекусить нельзя, а? Так, ладно. Также я хотел бы вам посоветовать канал Шама GT. На его канале ты сможешь найти также игру с модом Pixelmon и различные видео по игре Counter-Strike Global Offensive. Ссылочка в описании. И всем приятного просмотра. Ender Pearl, на этом мы потом сделаем. Классно. Первая легенда в этой серии. Ребята, я надеюсь, вы рады, потому что я рад. Плюс к тому мы словили еще Шайни Флаффи. Точнее, Марипа. В следующей серии я покажу то, что я хотел показать в этой серии, но, увы, планы немного поменялись. Поэтому, ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А в музей мы не добавляем. Добавим немного потом. А я даже не знаю, когда. Может, в следующей серии увидим. На этом, ребят, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.